Мене звати Олена Концевич, і це проект «Реакція». Понад 11 мільйонів витратили в Одеській мерії на нову систему голосування. Туди входить чимало різного обладнання, зокрема, велетенські відеопанелі і 82 депутатських термінали. Навіщо потрібна була нова система голосування і чим не догодила стара? Далі пряма мова. Безбумажная мультимедийная система Тайден позволяет не только с высоким уровнем детализации предоставлять мультимедийные материалы, презентации, документы, фото, видео и так далее, которые выносятся на голосование, но и экономить средства на канцелярию и печать бумажных материалов, используемых на заседаниях Горсовета. Навіщо була потрібна нова система голосування і чи вона допоможе депутатам приймати рішення, які покращать життя містян? Запитаємо в самих містян. То, что первое приходит в голову, действительно, возможно, 11 миллионов, как бы, то, что мне первое, по крайней мере, приходит в голову, это действительно, как бы, многовато. А, вот, это мое мнение. А, ну, с другой стороны, возможно, действительно, она столько стоит. За 11 миллионов я, как минимум, могу 11 лет считать их по рукам. В одном лице. Все у кого-то деньги там, ну, подворовывают. Ну, в Одессе они еще вкладываются. В других городах они просто исчезают. Так что, ну как, попытаться их как-то контролировать? Конечно, многовато, наверное. Я думаю, они же, насколько я знаю, депутат каждый должен отчитаться за эти деньги, которые ему даны. Во что он вложил, где наглядно отчитаться, будем говорить, не просто себе присвоил, а они эти деньги должны осваивать. И потом отчитываться. Это много. Мне бы хотелось, чтобы все-таки город обустроил площадки, потому что мы живем на поселке Котовского, у нас двор большой, круглый дом, два дома вокруг. И стадион, старый стадион, никакой площадки не сдается в аренду, то есть детская площадка убитая, это родители собрались, скинули что-то там, подкрасили, что-то сделали. А вы не расстраивайтесь, они их разворуют. А если там копейка не достанется, все разворует. Все. Черти. Ну какие 11 миллионов кнопки тыкать? Кнопкодавство опять это. Вы видели, как они в Раде опять вот ставят такую папку, вот так рукой двигают, чтобы кнопки давить? Ну это ужас, ну черти, какие 11 миллионов на этот? Ну это же это по-человечески, что ли? Нас вам пенсионеры не доедают, а они 11 миллионов выделяют на этот, ну это ужас, серьезно. Мне, как среднему обывателю, сложно представить, что это может стоить таких, выделения таких средств. Вероятнее всего, мы знаем, по какой системе работает, к сожалению, у нас в городе, у нас в государстве, но, возможно, это действительно улучшит процесс, сделает выборы более прозрачными. Меня зовут Олена Концевич, и это был проект «Реакция». Слушаем, думаем и робимо висновки.